Добрый вечер, 4 июля 2020 года, День независимости у нас в горном штате Нью-Йорк. Да, в нашей деревне сегодня салют. Салют у нас в лесу, сквозь деревья все это можно увидеть. Шум, вон, и там, и здесь. Здесь и там. 4 июля Америка празднует День независимости. Так, это уже час стрельбы. Я не выдержал, взял телефон и решил записать хотя бы парочку минут. Ну, где же там эти соревнования? Где-то отдельные выстрелы. Но вот здесь сейчас слева. Я думаю, что сейчас прогремит красивейший салют, красивейшая канонада. Пока только шумы в разных местах. О, там что-то видно вдалеке. И что это? Знаменитый американский праздник. Канонада. Просто канонада. Ну почему не видно? А что, не видно? Пошло. Красиво. Даже в нашем лесу это все видно прекрасно. Красота. Поляне напротив наших деревьев. Ух ты, и там, и здесь. И долго, думаю, будет это продолжаться. А небо чистое, небольшие облачка. Я думал, да, уже запущен. Но нет. Ну, сейчас еще пару выстрелов. Да, вот уже почти 3 минуты. Ну, что-то затихло. Ну где, патроны кончились? Ракеты кончились? Не может быть. Ну, хорошо.